Да, друзья, да, встречайте эксклюзивный президентский клуб 2024 года. Новенький, свеженький. Сейчас я вам презентую тем, кто еще не видел, кто не смотрел вебинар на второй каталог. Усаживайтесь поудобнее, давайте познакомимся с новой программой президентский клуб. Кстати, почему президентский? Вообще же он у нас VIP-клуб. Ну хорошо. Не суть дела важно, как он называется. Самое главное, это участники. Это участники. И критерии этого клуба, это, конечно же, продажи. Итак, участники, создатели успеха. Продолжай свой путь в президентском клубе 2024 года на том уровне, на котором завершил VIP-клуб прошлого года. Ой, а что это я не посмотрел? Слайд не дозагрузил. Вот, ну, понятное дело, что я VIP являюсь в этом клубе, но кто его знает. Посмотрим, какие условия в этом году будут. Период и участники. Период клуба. Ну, это было изначально понятно, что компания выровняет президентский клуб, чтобы он был ровно год в год. Вот, получается, с 1 января он уже стартанул и продлится он до 12 декабря, соответственно, этого года. Участвуют все представители, победители программы VIP-клуб с 10 по... Ага, друзья, то есть здесь еще участвуют только победители VIP-клуба, обратите внимание, которые были победителями прошлого года по девятую компанию. Ну, очень Эйвон любит в последнее время делать заморочек. Очень много заморочек, поэтому для этого я и создавал этот канал, чтобы с вами все вместе разбирать. Я еще сам не видел эти слайды, вот вместе с вами вот сижу и листаю, поэтому, ну, опыта у меня достаточно, поэтому будем разбираться дальше. Итак, еще раз, участвуют все представители, победители программы VIP-клуб прошлого года по 9 сентября. Ой, по 9 каталог, то есть это сентябрьский каталог. Просто почему делается акцент на этом? Нормально такой зубочисткой, да, ткнул. Дело в том, что у нас VIP-клуб еще продолжался 10, 11, 12 каталог. Вот эти победители не участвуют. Жесть какая-то, жесть. Подтверди достигнутый уровень VIP-клуба в 2024 году. Получи привилегии по итогам 2024 года согласно достигнутому уровню. Так, ну, компания спрашивает, готов к большому, вперед за своими амбициями. Тыры-пыры, много слов, меньше дел. Так, цель по продажам президентского клуба. Смотрите, первый уровень это 1 400 000 тенге. Ну, пока информации не вижу, но, наверное, это по ценам каталога. Второй уровень 2 800 000. Третий уровень это 6 миллионов. И четвертый уровень это 20 миллионов. Это, друзья, за год. То есть это за 12 каталогов. То есть делите эти суммы на 12. И вы получите ориентировочно, сколько нужно делать продаж в месяц, чтобы выйти на определенный уровень этого клуба. Победители первого уровня этого клуба получают годовой набор продукции. Это бестселлеры компании. Вы их видите на слайде. Как всегда, компания оставляет за собой право на их замену. Вот. И комплимент, размещенный на слайде, естественно, может отличаться от физически вложенного в заказ. Тут вообще не вопрос, претензий нет. Дальше привилегии победителей в 2024 году на уровне 2. Здесь будет уже кэшбэк. Кэшбэк на компьютерный номер или денежный бонус. То есть это выбор за победителем. 60 тысяч тенге, второй уровень. Третий уровень здесь уже идет разделение. То есть первые 10 участников, которые сделают 400 тысяч. Ой, первые 10 участников, которые войдут в рейтинг, они получают 400 тысяч тенге.
А остальные 11 плюс получат по 100 тысяч тенге. Это у нас третий уровень. Третий уровень — это 6 миллионов в год. Ну и последний уровень — это жирненький. Здесь нужно сделать 20 миллионов. Ну, 20 миллионов у нас только кто может сделать? Только оптовики. Вот. Тоже получают кэшбэк на компьютерный номер или денежный бонус. Очень сложно сделать, друзья, скажу вам честно, продажи на 20 миллионов. У меня один год это получилось. И вот думаю, что и все. Цены дорожают, продажи, конечно же, падают. Только оптовики. Вот, здесь вы видите, да, первые 5 человек, кто сделает больше всего, да, продаж, ну, это, как правило, больше 20 миллионов, они, ну, по рейтингу, они получают 800 тысяч тенге, и остальные, кто выше 6 места, они получают 700 тысяч тенге. За минусом налогов. Не забывайте, за минусом налогов. Вот. Далее. Привилегии победителей в 2024 году. Смотрите, здесь разделили, чтобы показать уровень победителя в прошлом цикле. Привилегии победителя в 2024 году. Годовой набор продукции, кэшбэк на компьютерный номер. Ну, честно сказать, мы это все с вами прошли. Кредит, ну, я не знаю просто, что здесь озвучивать. В принципе, все это было сказано выше. Кредитный лимит тоже, в принципе, я не думаю, что есть смысл озвучивать. Вы можете сделать слайд, тут все понятно. То есть, если вы выходите на такой уровень, у вас есть кредитный лимит в компании. То есть, у представителя он, тем, кто делает маленькие продажи, он у них, соответственно, маленький. А вот те, кто делает большие продажи, им нужен кредитный лимит больше. И вот этот кредитный лимит дает право делать заказ, не оплачивая вот на такую сумму. Ну, давайте подытожим условия. Ага, нет этапов, только годовой цикл. Если мы раньше с вами получали по этапам подарочки, то здесь компания решила сэкономить и обделила нас теперь за целый год. Целый год будет. То есть по истечению года только тогда все участники получат этого клуба свои заслуженные подарки. Вот, участники победители VIP-клуба, то есть участвуют только те, кто победил в VIP-клубе прошлого года. Возможность перехода на уровни выше. Ну, понятно. Цель по продажам не меняется. И увеличенные бонусы. Да, бонусы, конечно же, увеличили, на что большое спасибо. Вот, друзья, расти, развивайся и покоряй высоты. Слушайте, но, честно сказать, конечно же, который был VIP-клуб или, так скажем, президентский клуб прошлого года, он мне нравился больше, потому что там можно было больше заработать. Поквартально давали наборы подарков, это было очень-очень круто. По истечению года ты еще получал подарков. То есть здесь компания сэкономила. Ну, видимо, кризис. Вот, поэтому вот такая ситуация. Еще раз, возвращаясь на слайд по продажам, можете сделать скрин. Ну, я так думаю, что это вся информация у вас рано или поздно будет. В любом случае, вы можете всегда это видео посмотреть еще раз. Итак, делаем вот эти продажи. То есть, если вы делаете 2 миллиона 800 тысяч, то у вас будет второй уровень, и вы получите, соответственно, подарок. 2 миллиона 800 тысяч, это по ценам каталога, нужно сделать за год. То есть с 1 январского каталога по декабрьский каталог этого года. Потом компания подведет итоги, ну и январь-февраль мы с вами получим все эти подарочки. Друзья, ну что? Ну вот как-то так. Затянули поиски, так скажем. Ну что, пишите свои отзывы и комментарии, кому понравились условия, кому условия не понравились. Поделитесь своим впечатлением. Обязательно ставьте комментарии. Будет очень важно знать, сколько количество людей понравится это предложение, а сколько нет. Вот прям очень интересно. Мне не очень понравился этот клуб. Я начинаю первым голосовать. Мне не очень понравился. И все, у меня на этом еще не все.
делаю следующий ролик, дождемся, обязательно посмотрите, не пропустите. Мы еще с вами разберем привилегии для представителей.